Вернулась я домой, света нет, и решила приготовить себе из творога творожники. Сюда входит манка, крахмал, кукурузная мука вместо этой муки обычной, пшеничной. Вот и все жарю. Аромат какой пошел, красота какая. Вот мои ппшные творожники сейчас с медиком покушаю. Привет, мои дорогие! Чем я занимаюсь? Смотрите, тут мой мальчик, тут попугайчик. Готовлю пирог 3 стакана насыпной. То есть не надо никакое тесто делать, а просто мукой посыпаешь. Ну а все секреты смотрите у меня на канале подробного рецепта. Яблоки, мука, масло и все. Очень интересно. Смотрите, шалган принес муж. Любит он шалган. Я сегодня какая-то неугомонная. Посмотрите, что я решила приду сделать. Вы видели грибы огромные, которые я купила? Я сначала подумала, приготовлю себе чуть-чуть. Макароны у нас есть. Ну, фасоль вчерашняя, но... Так как я сегодня не иду на зумбу, так как я сегодня только поела свои вот эти творожники, после которых такая сытая. И я весь день что-то делаю. И я так хочу что-то приготовить вкусное. Поэтому, мои дорогие зрители, я решила 3 картофеля, наверное, 1,5 кило грибов, луковицу одну, перец. Соль я даже сюда не делала, потому что соль я сделаю в конце. Хочу посолить в конце. И вот я сейчас... там у меня для салата в уксусе. И вот сейчас, мои дорогие, я вам покажу, что происходит. Это вообще для меня шок. Почему шок? Потому что вот такой пирог у меня получился. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Тут вообще нету теста. Здесь я просто пересыпала мукой. И вот рецепт, смотрите на моем канале, вы просто обалдеете. И вот наш пирог готов. Сейчас остынет, будем пробовать. Даже не могу понять, как можно ему пропечься. Вот до меня не доходит, пока не разрежу и не попробую. Такие грибочки получились у нас. Полезный, полезный ужин. Все полезное у нас. Приятного нам аппетита. Сейчас вместе с мужем начинаем дегустацию. Хадашка, берасыз душу. Это телевизор у нас вообще. Так, а ну давай, давай. Начинай. Давай, Амагирчектен, догрут соли. Саджи. Ашким, чай и чмей, паста е. Чай лейчи. Onu bekliyorum. Ama görüntü pek şey değil. İç açıcı değil ama. Ama, давай. Lakin, fakat. Давай. Вкусно мы покажем. Вкусно. Батрыркен надо мне. Экмек тебе еще. Как хлеб говорит. Экмек тебе? Ашким, экмек тебе? Фидаледер. Гюзель? Өлдürmez. Ама сен бир büyük parça ye. Ama şey yani farklı, değişik. Farklı ama güzel. Farklı, tam. Bak, 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 bak. Ух, ух, ах, ах, бак. Şimdi biraz beğendin sana. Aşkım, sen biliyorsun nasıl yaptın? Un sıracı karıştırdın. Evet. Bunu onun için tarifi çok güzel. И bekar insanları da yapacaklar. Evet. Я говорю, это такой... такой рецепт, что могут сделать и холостяки. Геренексер, эски. Геренексер, татлы. Чок эски. Cumhuriyet'ten önce. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ne А он как? Элиндеки унла. А, знаете, что он говорит? Почему? Потому что это, говорит, очень старый, до того, как Турция стала независимой. Почему? Потому что только посыпать. И ничего не надо им делать. Ашки, мой ини. Ама шей. Өлдürmez, не умрет. А, чё гюзель пуан. Видите, пропеклось всё. Ем, гюрдь ма?
Посмотрите, как кушает. Афит Олсон. Боже, как я рада. Дорогие мои, я столько смеюсь над ним. Мы так хорошо поужинали, сейчас покушаем это. Я пойду, у меня новый урок по нейроколору. Действительно, посмотрите, она все кушает. Он, знаете, вообще такой противный в еде. Когда я раньше делала шарлотку, он ни в какую ее не попробовал. Говорит, не делай, а сейчас ест. Действительно, огурчик-то вкус наш, ялчин да яичек. Ялчин тоже покушает. Я просто не могу вам не заснять всю эту красоту. Кто-то сказал, что я очень красиво пою. И я буду стараться радовать вас. А люди-то купаются. А что они там ищут? Мне очень интересно. Что они там ищут? Мы сейчас подойдем к вам и посмотрим поближе. Что они ищут? Одетые. Что потеряли? Золото потеряли. Ну, смотрите, не чудо ли? Скажите, не чудо ли? Да еще какое чудо. Чудо из чудес. Обожаю, обожаю. Я мерси. Надо мне песню. Какой шумный мальчик. Друзья, сейчас Катюша моя сказала, что там впереди что-то интересное, поэтому я вам покажу. Девочка. Сумасшедшая девочка. Вы видели ее? Выкидон какой. Молодец. А я иногда тоже так люблю на велосипеде, но когда никого нету. Так, пошли дальше. Сейчас я вам что-то покажу. Видите, впереди. И это начинает подготовку к цитрусовому фестивалю. Они все будут наполнены, заполнены грейпфруктами или апельсинами, лимонами, там уже по усмотрению. И вот сейчас расставят вот эти такие сооружения по всей набережной. И потом будет заполнять. Это вообще просто классно так, так красиво. Запахло праздником. Я сейчас, знаете, сегодня много не буду ходить. Вот я дошла до площади и вернусь. Мне нужно заняться другими делами. Кофеёк попью. Вон там возлюбленные целуются. Очень интересно. Очень интересно. Я как сплетница. Старая сплетница. Листочки падают. Красота! Все, побежала я. Друзья мои, с сегодняшнего дня мы вводим в нашу семью новую традицию. А какую традицию? Мы начнем кататься на велосипедах. Я до сих пор не вернулась, как вышла, читала книжку. Он мне водички принес Ашкемчик, но я выпила кофе. Ашкем, банан, Ашкем! Видите, как мужичок мой пришел. Будем вместе худеть. Покатаемся чуть-чуть. Действительно, я вот так сидела, когда смотрела, проводила параллель в своей жизни, и я поняла, что мы с мужем стали мало общаться и вместе проводить время. Поэтому, мои дорогие, это кто такой наглый? Смотрите, смотрите, главное, мы этот, а он пришел тут и устраивает нам свои эти. Вот это наглость, да? Главное, мой муж убирает, а он тут и смотрит. И такие бывают. Ну да, вот мы, я так поняла, что мы мало уделяем друг другу время. Поэтому я решила исправить ситуацию и начать заниматься спортиком. Такие вот дела, какие волосы у этого парня. Все, мои дорогие, гулянка продолжается, а вечером зумба. Решили поменять свои велосипеды, потому что они никуда не годятся. Ни скорость не переставить, скрипят, а здесь такое количество. Ну и заодно выпить чаек с мужем.
Давно мы с ним так не сидели, не кайфовали. Надо возвращаться к прошлым привычкам. Ехали, ехали мы со Шкымом. И куда приехали? Смотрите, куда мы приехали. Здесь проводится большой концерт. Будет, видите, Буюк-Байрама, Буюк-концерт. 99 лет. Перед Дню Республики. А я почему-то думала, что 100 лет уже. Значит, через год у нас будет очень много откроется возможностей для Турции. И вот сюда мы приехали с мужем. Ему понравилась эта идея. Вот, надо ему посвящать тоже времени. Надо им. А то я вся в себе. А он заскучал. А сейчас будет хоть похудеет у меня, да, допустим. Потом с другом пойдет погуляет. А мне вообще не жизнь, а лафа, да? Ашкым, аферит, Ашкым. Асэр варм, Шашкым. Не заман. Ама чё кузуак? Кигю, а? Далеко, говорю, от нас. Узак чё? Тут халабалык уладжат. И тут полиция рядом. Так будет здесь переполнено все. Это знаете, в каком месте? Где ресторан «Лиман» наш? Ашкым говорит, пойдем, говорит, покушаем пивка, выпьем. Я говорю, да, спортсмены, алкоголики. Нет, нельзя. Сегодня зумба. Я считаю, что можно расслабиться. Или какие-то дни рождения, если пригласят. Или субботу. Потому что в воскресенье можно выспаться там, не работать, а так поддержать как-то мужа мне такие дни. Ну ладно, не будем говорить об этом. В общем, мы приехали. Камарджаба. Камарджаба. Сашки, поехали домой. Камарджаба был, да? Камарджаба. Как и Марджус. Посмотрите на моего баскетболистка. Аферик. Супер сын. Тахада, фазла дай. Мы так устали с ним. Боже мой, вы не представляете. Мы так далеко поехали. Обратно ветер в лицо. Все губы пересохли. Как тяжело ехать. Ну, все, теперь каждый день мы не сможем, так мы сдохнем с ним. Больше других дел нету, что ли. Хорошо, ребята забивают. И мы решили до Марины как-то, потому что это очень сложно. Смотрите. Вот. И чувашка, это тоже. Завтра же праздник у нас 28-го. Начинается в час. Столько детей. Боже, какой у меня сегодня необычный день. Благодарю Вселенную. Благодарю. Забила на все. Сегодня, когда читала книгу «Трансерфинг», там пишут, что если вы не переусердуете, давайте себе отдохнуть, потому что много работать, это себе тоже во вред. Все не переделаешь, и поэтому идет такой дисбаланс. Когда ты все делаешь правильно, у тебя все получается. Очень много читала сегодня про трансерфинг. Думаю, когда-нибудь приду сегодня домой. Всем добрый вечер, мои дорогие зрители. После нашей прогулки мы зашли в Карфур и купили 3 кило рыбы. Это я почти почищила, это я не чистила.
А вот это я уже пожарила и убрала кухню. Вы видите, какая красота. Салат. Рыбный день у нас сегодня. А вот и я сама вся в чешуе. Как она называется-то, Господи? Как я устала, друзья. Я сегодня не могу идти на зумбу. У меня просто сил нет. Мы столько потратили энергии. И если я сейчас поем и пойду, я сдохну, прыгая там. А если я не поем, я еще ничего не ела сегодня. Но зато приготовила кушать. А муж не смог. Еще один ботас. Специально для зумбы. Выключила я свою. А то так шумит, смотрите. Специально прыгать. Потому что прыгать для зумбы. Они такие легенькие, такие классные, боже. Одела ради вас. И сегодня я их не одену. Вот такие разные у меня цвета. Решила я взять розовый себе. И подошва удобная. Розовый, потому что у меня все такое розовое. Вот такой подарок мне сделал сегодня муж за прогулочку мою. А также я получила две посылки. Каргу. Потом покажу вам, что заказал мне мой муженек. Как я сегодня не была весь день дома, но мальчик очень скучал по мне. Он сейчас тоже ужинает у меня. А мой золотой мальчик. Мама пришла. Я его оставляю здесь. Во-первых, возле холодильника тепло. И вот даже утром клетку переставила то на один балкон, то на второй. Закрываю его просто. Не бойся, мой сладкий, мамин мальчик. Любимый мальчик. Кушай, сыночек, кушай. Завтра поменяю тебе клетку, посмотрю тебя. Сегодня мама занята рыбой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.